Главное событие для активной молодежи региона – международный форум «Команда-29». Он проходит в Устьянской Малиновке. Устьяны известны своей гостеприимностью, но оценивать ее участникам форума просто некогда. Почему, расскажет Владлена Романова. 10-й юбилейной команде 29 дан старт. По традиции, программа форума состоит из трех частей – образовательной, культурно-массовой и деловой. В этом году все намного серьезней. В этом году мы постарались сделать так, чтобы каждый участник на этом форуме почувствовал федеральный уровень. Максимальные условия по проживанию, лучшие условия по питанию. Всем очень все нравится. Мы полностью отформатировали программу по культурно-массовым мероприятиям. Ребята могут прокатиться на велосипедах, на самокатах, воспользоваться электрическим транспортом, могут почувствовать, не знаю, VR-технологии, надев шлем. Главная часть форума – образовательная. Претерпела больше всего изменений. Во-первых, количество кейсов, то есть блоков. Задач для участников увеличилось до 15. Каждый кейс посвящен отдельной региональной проблеме или вопросу от коммерческого партнера форума. Я закончила 4-й курс, и как раз тема моего диплома была посвящена инвестициям в Архангельской области. То есть так совпало кейсы и мой диплом. В этом году команда 29 собрала 300 участников. Все молодые и активные, им от 18 до 30 лет. Специальные гости – 10 иностранных студентов из Китая, Индии, Канады и Ганы. Антония приехала из Канады, где она уже живет 6 лет, и она очень надеется получить какой-то ценный и очень интересный, необычный опыт от русских людей и обменяться опытом, который она уже имеет. Сегодня проектные команды приступили к работе над кейсами. За каждую группу отвечает куратор. Это эксперт в выбранной теме из числа региональных властей или компании-заказчика. Итоги работы групп подведут в четверг, 28 июня. В этот день в Малиновке состоится выездной совет глав муниципальных образований области, а участники форума выступят с защитой своих проектов. Владлена Романова, Михаил Меньшенин, Евгений Зыков, Регион 29.